Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Hyundai Accent Tagaz 2005 год выпуска. Двигатель 1.6 на механике. На этом автомобиле мы сегодня заменим моторчик бачка стеклоомывателя. Бачок стоит под бампером. Для этого нам надо будет снять часть локера, открутить, отодвинуть. Подняли автомобиль. Снимаем переднее правое колесо. И откручиваем часть подкрылка. Снимаем клипсы. Снимаем вот эту клипсу. Здесь солдатик. Утапливаем и вытаскиваем ее. Также две клипсы снизу. Они здесь выкручиваются крестовой отверткой. Внутренние солдатики. Снял эту клипсу, снял две клипсы снизу. И отводим в сторону. Вот он бачок, и вот он на нем моторчик. Моторчик здесь то ли окислился, там, то ли что-то с ним произошло, он не работает. Моторчик мы будем фирмы AMD использовать. Номер его AMD WP44. Ну а нижний номер оригинальный. Вот такой вот мотор. Аналог оригинального. Бачок полной жидкости, снизу поставил тазик, сейчас выдернем, постараемся потерять минимум жидкости, если получится. И воткнуть новый моторчик и сразу передернем вот этот шланг. Сейчас я его расшевелю сначала. Так, шланг расшевелил. Снимаем разъем. Надо нажать вот этот флажок верхний. Грязью все забито. О, нажался. Так, сняли разъем. Берем новым моторчик в одну руку, а старым выдергиваем второй рукой. Как же это лучше придумать? Думай, не думай, надо дергать. Все, воткнул его в резинку и воткнул новый шланг, то есть шланг в новый моторчик. Стоит он у нас, берем, одеваем на место разъем.
Ну все. Ставим на место локер. Клипсы пока я не ставлю, немножко приопустим автомобиль и попробуем, как омывает. Пробуем. Заработало! Что и требовалось доказать, все дело было в моторчике. Ставим клипсы. Нижние клипсы я расшевелил, силиконом смазал их. А эта клипса новая, восьмерочка. Все, подкрылок у нас установлен. Ставим колесо. Наживляем остальные гайки и закручиваем. На этом замену моторчика омывателя лобового стекла мы закончили. Всего вам доброго!